Видели все мои глаза на белом свете, и вернулись к вам, великие мастера. Приветствую вас, мощнолапые шмели! С вами Федорович, а начну я сразу с очень серьезного мастера, который наверняка в ближайшем будущем откроет не одну школу и завоюет не одну наливайку. Тиш-тиш! Тиш-тиш! Эй! Тиш-тиш! 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 Молчание – золото, а пустые слова – смола. Поэтому мастер ничего не говорит, только издает смертельные звуки, которые сразу дают понять противнику, что жить ему осталось на прекрасной земле, полной хризантеми тюльпанов, каких-то жалких пару секунд. Ведь этот пацан не кто-нибудь, а прямой наследник Шаокана. Это он решил после 5-й победы в Mortal Kombat, который, несмотря на юный возраст, уже готов поработить все наливайки района. А грозная походка и разящий взгляд в конце только подтверждают серьезность его намерений. Возможно, у вас паника, и вам даже в голову пришла недопустимая мысль перестать ходить в наливайки. Но я этого не допущу. Ваша жизнь должна быть полноценной и яркой, особенно по вечерам пятницы и субботы. Поэтому прием, который вы сейчас увидите, вам поможет в целях самообороны. Атакар, ninja, tiene que ser un golpe destructor. Con un golpe rompe una pared. Para eso estamos preparados. ¡Hai! ¡Hai! ¿Preparado? ¡Hilme! Мухи слетаются на то, что плохо пахнет, а люди на то, что блестит. Как видите, несмотря на то, что у мужиков секретное направление единоборств, а зал засекречен в подвале одной из секретных чебуречных, все равно все стены заставлены кубками за славные победы. И это неудивительно, ведь спортмагазин с наградами находится рядом, и там всегда можно прикупить новые медальки. Но это не отменяет того, что техника смертельного леща вам наверняка поможет защититься от любого мастера. Так что учитесь и не забывайте про прыжок вокруг себя перед ударом. В этом вся сила. Ну а если вам и этого будет мало, тогда вам придется идти к великому чхарьку. Но теперь он не просто змея в тени бухого орла, а настоящий ниндзя с настоящим кинжалом. На одного мудреца приходится 10 тысяч дураков, а на одного мастера тысячи непонимающих спортиков. Ведь осознать всю глубину и невообразимость техники дано не каждому, а тому, кому дано, уже не каждый. Ибо среди сотен сосен нельзя разглядеть одну ель, но белка может. А значит, невозможное возможно, как и невероятное вероятно. Вот такие вот мысли могут настигнуть мастера после домашнего самогончика на травках. Поэтому не стоит удивляться еще более загадочным техникам великого и непостижимого, как облака над Фудзи, чхарька. Не войдя в логово тигра, не достанешь тигренка. А не став учеником великого мастера, не познаешь всю боль и ужас настоящей чи.現在の瀬戸師範の勢力は冒頭で紹介した勢力よりもさらに深まっている。映像を通してお分かりの通り、師範はほとんど動くことなく、また爆発的な発形動作もないが、相手は触れた途端に弾き飛ばされる。 これは家系が深まったものであり、書道でいうところの草書の段階であるという。また瀬戸師範は腕からだけではなく、肩、胸など体のあらゆる部分から軽力を出すことができる。
Размер деревни можно определить только количеством в ней вытрезвителей, а силу мастера – количеством метров, на которые улетает ученик после толчка. Если вы не верите своим глазам и вам кажется, что это все индийское кино, то очень зря. Ведь явно же видно, что чувак китаец, а китайцы с кунг-фу, а тем более силой чи, не шутят. А то за такое можно схлопотать плюху возмездия от самой кармы. Так что пакуйте чемоданы и вперед на обучение к мастеру. Чемпионские пояса вам обеспечены. Ну а напоследок я вам покажу невероятный винчун. Но не просто винчун, а диско-винчун. И помните, не страшно смеяться над собой. Страшно, когда над тобой плачут, пока ты лежишь в деревянном макинтоше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соцсетях. А поддержать канал и стать его спонсором вы можете по ссылке в описании или по кнопке возле подписаться. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Раз, два, три. Это биомеханика эффективных движений. Знать надо. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так. Подрака одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю? Хлопаю, вырываю ключицы, это ключицы, выбиваю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий стиль. Отжимы. Атака слева. Атака справа. Атака слева. Атака справа. Это называется лебедь. Наше упражнение. Секретный комплекс упражнений по левитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Ставил. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, в атаке на бегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успели? Хоть один раз из десяти. Ничего не успеваете, это убит.